Дорогие друзья, есть такая штука, как хакерские атаки и прочие киберопасности. И есть уважаемая государственная служба, которая во взаимодействии с партнерами натовскими, западными и других стран занимается борьбой с подобными атаками. Так вот, если вы что-то такое обнаружили или хотите указать, что есть потенциальная или реальная опасность, вы можете написать ваше обращение на тот адрес, который я сейчас приведу к этому видео. Пожалуйста, обращайтесь, это круглосуточно, там дежурят специалисты, дежурная смена. Они принимают с благодарностью все ваши указания на рассмотрение. Вы можете просигнализировать и таким образом предотвратить, либо помочь своевременно отреагировать на кибератаку и нам, и странам-партнерам. Спасибо за внимание.